Ну а сейчас мы с вами побываем на очень закрытом мероприятии. Раз в год лучшие виноторговцы России собираются вместе. Мы с вами сейчас находимся в ресторане «Ампир». Здесь проходит презентация журнала «Энотека». Правда, она проходит здесь каждый год. И каждый год здесь собираются крупнейшие виноторговцы России. Сюда же приезжают и некоторые представители иностранных, в основном французских домов. Такое можно увидеть нечасто. За одним столом собрались сливки российской виноторговли. Те, кто формирует предложение на рынке элитных вин. Это даже не рынок, а особая субкультура со своими традициями, своими средствами массовой информации, своими праздниками и героями. Вы видите один из таких праздников. Милая дружеская атмосфера, подарки друг другу. Но именно эти люди привозят в Россию все самые известные вина мира. Люди начинают понимать разницу, люди начинают понимать, что это стильно, люди начинают понимать, что это определенный стиль жизни. И многие наши россияне открыты к этому, они идут, они учатся, они стараются приобщиться к этому стилю жизни. Рынок любых дорогих напитков, он менее подвижен, чем рынок напитков более демократичных. И, безусловно, в этом плане рынок дорогих бордо, или рынок дорогих коньяков, или рынок любого другого суперэлитного алкоголя очень сильно зависит, безусловно, от различных экономических тенденций. Мы, наверное, с вами знаем, что основная часть этого рынка сегодня приходит на Азиатско-Тихоокеанский регион, и в связи с тем кризисом, который начался в 1998 году там, в Японии, и практически до сих пор его последствия до сих пор еще ощущаются. Конечно, в этом плане потребление этих напитков более заморожено. В то же время Чили, конечно, очень развивающаяся страна в плане виноделия, но и они испытывают тоже вполне, в общем-то, адекватные трудности, уже связанные с американским рынком. Интересно, что Россия считается очень емким рынком для элитных вин. Однако одна из самых острых для российской винторговли тем сегодня – это информационная блокада. Сегодняшний закон о рекламе защищает россиян не только от алкоголизма, но и от всей европейской и даже мировой винной культуры. На самом деле, по статистике, с того самого момента, как реклама алкоголя была запрещена и телевизионная, и наружная, в общем, достаточно серьезно выросло потребление наркотиков. То есть это факт, от которого нельзя отмахиваться. Поэтому это есть какие-то социологические сведения по этому? Конечно. Поэтому только сейчас потихонечку винные хозяйства, винные производители начали раскачиваться. Они реально себе начали представлять, что такое в целом как бы продажи в России. 35% рост в прошлом году, ну это как бы хороший показатель по вину. Я не поздравил вас еще с наступающим праздником. Хорошо, я сделаю это сразу же после титров. Раз в год самые главные виноторговцы России собираются в одном месте. Можно себе представить, как он.